Жители дома по улице Зеленая, пострадавшие во время взрыва, начинают получать материальную помощь. Для получения выплаты необходимо предоставить соответствующие документы в отделение социальной защиты. В данный момент уже поступило 5 заявлений. На сегодняшний день у нас 8 пострадавших. Из них 4 погибших. Губернатором Московской области в первый же день было принято решение о выплате семьям пострадавших единовременной материальной помощи в размере 1 миллиона рублей. 2 семьи погибших уже в конце недели получат выплаты по 1 миллиону рублей. Получить материальную помощь смогут не только жильцы, которые получили травмы, но и владельцы квартир, чье имущество пострадало в результате пожара или залива. Компенсация составляет 50 тысяч рублей на одиноко проживающего человека или до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Однако, если пострадавшие не являются жителями города Химки, на социальную помощь они претендовать не могут. Для этого администрация будет искать другие способы поддержать людей. Например, им может быть предоставлена депутатская помощь.